Уже завтра будет дан старт 6-му Всебелорусскому народному собранию. На протяжении 2 дней делегаты со всей страны обсудят самые значимые вопросы для дальнейшего развития страны. Общая численность участников составит 2700 человек. Среди участников собрания и делегаты из Солигорска. В их числе представитель отрасли легкой промышленности, депутат Илона Гражинская. Огромная честь, конечно же, и еще большая ответственность представлять Солигорский район на 6-м Всебелорусском собрании. Буквально завтра мы станем участниками Большого народного форума, где помимо обсуждения основных направлений развития социально-экономического общества нашей страны, мы будем обсуждать и основные направления развития гражданского общества. В первую очередь волнует, как будет развиваться наш сектор экономики. Хочется, чтобы наша экономика была сильной и процветающей, чтобы тот продукт, который мы создавали, и те технологии новейшие определяли приоритет в развитии нашего государства. Также меня волнует сектор промышленности, потому что я являюсь представителем легкой промышленности. Волнует судьба легкой промышленности, какой будет наша отрасль, как она будет в дальнейшем развиваться. Ведь сильное производство – это всегда сильные социальные гарантии. Чем больше производительность труда, тем выше уровень заработной платы, а следовательно и лучше благосостояние нашего народа. Очень волнует развитие регионов. Хотелось бы, чтобы жизнь в регионах была такой же, как и в областных центрах. Это в первую очередь строительство жилья, чтобы к нам приходили молодые специалисты в области здравоохранения, образования, сельского хозяйства.